Глава агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник заявил, что к 2023 году в России средняя ставка по ипотеке снизится до 7%. Об этом сообщает издание «Ведомости». Цитата. «Мы понимаем, что можем выйти на совершенно иные объемы ввода жилья, строить больше 100 миллионов квадратных метров в течение ближайших 4-5 лет. И та средняя ставка по ипотеке, которую мы сегодня наблюдаем, снижается. Сегодня она 9,5-10%. Целевой уровень, который возможен в течение 3 лет, 7%, которые создадут совершенно иные возможности для россиян приобретать жилье», – сказал Плутник. Он также подчеркнул, что на данный момент для строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку, достигло 40%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России ожидает всплеска ипотечного кредитования уже в этом месяце. В 2014 году была выдана рекордная сумма ипотечного кредитования – около 2 триллионов рублей. В 2015 году был спад, но в феврале 2016 года рынок ипотечного кредитования показал рост впервые с 2014 года.